в этой встрече. Быструю атаку переходит игроки команды Шторм. Снова плохая передача. И вторую атаку подряд. Бегут быструю атаку. Борода снова одна остается. И снова такие моменты она щелкает, как орешка. Нужно разобраться с футболистом. Пока что замена. Замена в команде Шторм. Выходит на площадку номер 71. Может быть, ей удастся как-то переломить встречу. Снова кризис, снова не точно.
Татьяна, еще раз, да, попробуй ты. Есть 3 очка. С мячом у нас Фокс. Хорошая передача, она на бороду скидывает, и борода забивает пока все, что можно и нельзя. Плохая передача, но нет, сохраняет мяч. Снова с мячом Крис. Но вы посмотрите, борода как в атаке, так и в защите просто великолепно. Оставляют свободное пространство для номера 55. Не пользуется она этой возможностью. Сама снимает подбор. Крис пробует снова 3. Но это совсем не точно. Фокс с мячом. Очень тонкий, очень хороший по задумке пытаются исполнить передачи баскетболистки Винкс. Часто они проходят, но вот как сейчас. Снова Крис 3. Очень верит она в себя. И снова 3. И вынуждена констатировать, что снова не точно. Вот уже быстро атаку бегут Винкс. Мячом Фокс. Будет водить она мяч из-за боковой. Несущая борода. Нет. Не точно. Номер 71 с мячом. Пытается она найти Крис, но нет. Борода в одну. Плюс 10. Ведут у нас баскетболистки. Команды Винкс. И вот отрыв по-прежнему у нас увеличивается. Баскетболисты черные у нас, в черной форме с мячом. 88 пробует 3, но нет. И в быструю атаку снова убегают они, борода. Что? Нет. Посмотрите, даже борода у нас ошибается. Пробежку фиксирует арбитр. И что мы видим? Номер 7 все-таки выходит. Попытается она переломить ход встречи. И вот уже она с мячом. Номер 7. Пробует зарядить 3. Точно в цель. Посмотрите. Просто красотка. Красотка. Баскетболистка под синим номером. Только вышла и сразу зарабатывает такие важные очки для своей команды. Слышу я крик. Очень раздосадовано, что не удалось ей принять передачу. Это у нас Фокс. По задумке передача была очень хороша. Номер 7. С подбор за... Нет, мячик остается за игроками в черной форме. Снова Крис. И что? Фиксирует у нас арбитр. О, в атаке показывает. Слышу я подсказ капитана. Быстрее, быстрее, быстрее. Но хорош на передаче, на перехвате Крис. Ай, но нет. Подводит ее техника на этот раз. Борода на перехвате. И борода уже пробует сама реализовать свою атаку. Нет. Но атака остается за игроками в зеленой форме. 77 пробует она забить. Но вездесущий уже устал я говорить это слово, но больше никаких комплиментов я подобрать не могу. Номер 77 пробует 3. Есть, точно. Увеличивает она отрыв. Напоминаю вам, счет 8-20 в пользу игроков в зеленой форме. Номеру 71 нужно не бояться, быть поактивней. И вынужденных уже несколько потерь после выхода на замену она совершила. Меньше 30 секунд. Борода уже пробует 3. Если бы она и это забила, то думаю, что приз лучшему игроку матча уже, по мнению комментатора, был бы у нее. Но нет, Крис оспаривает она мое решение, забивая очередную трёпку. 3 секунды осталось до конца и фолит. Фолит, но первую половину у нас подходит к концу.